20-й фестиваль органной музыки в городе Сочи. Системное событие в жизни Сочинского концертно-филармонического объединения. И как каждое системное событие является глубоко личным в профессии организаторов и в моей жизни в частности. Я хорошо помню, как ровно 10 лет назад, в июле месяце 2010 года, а я приступил к работе 1 июля 2010 года, первое мое посещение в должности руководителя Сочинской филармонии вот совпало с фестивалем органной музыки в Сочи. Таким образом, ровно 10 лет, половину жизненного цикла этого замечательного проекта связано уже с моим участием в его реализации. Я уверен, что в жизни фестиваля органной музыки Сочинское концертно-филармоническое объединение играет свою позитивную, конструктивную, эффективную роль. Сегодня мы проводим не только пресс-конференцию, сегодня у нас очередная инновация в нашей жизни, в маркетинговой нашей активности. Во втором отделении пресс-конференции, посвященной началу юбилейного 20-го фестиваля органной камерной музыки в Сочи, мы презентуем очередной сентябрьский выпуск журнала, которым я лично очень горжусь, и как главный редактор, и инициатор этого проекта на протяжении уже нескольких лет, ежемесячно, тиражом на бумаге 15 тысяч экземпляров, не считая постоянно увеличившихся электронных цифровых каналов распространения. Да, это действительно повод для гордости. И вот в прошлом месяце запустили такую ежемесячную, традиционную, я надеюсь, активность презентовать деловым партнерам, рекламодателям, нашим друзьям, сообществу филармоническому, да, очередной номер. И вот это уже вторая презентация. Всем ценителям музыки, любителям нашего уникального сочинского органа, я желаю приятных сентябрьских впечатлений не только в связи с бархатным сезоном, но и с органной музыкой и той программой, которая приготовлена Валерией Анфиногеновой и ее друзьями вот в рамках этого юбилейного праздника органной музыки.